الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. С вами снова Умалик, и мы с вами продолжаем серию лекций по таджвиду с букв. И мы дошли с вами до буквы следующей, это буква Ха. Да? Впереди мы уже выучили две схожих буквы, которые были с точкой снизу или точкой сверху, а эта буква не имеет никаких точек. И это горловая буква, середина горла ее махрадж. Читается легко, без такой какой-то хрипицы, да, как предыдущая буква. Ха-хи-ху. Ха-хи-ху. На сукуне эта буква будет иметь, как и предыдущая, буква Х, такой немножко протяжность. Да, у нас было с точкой, когда буква Х, ах, да, и здесь будет только ах, ах, да, то есть она уже мягкая, в отличие от буквы Х, это буква мягкая. Ха, хи, ху. Написание то же самое, да, то есть никаких разниц нету, кроме наличия точки или в предыдущих буквах, а здесь нету никаких точек. Поэтому на этом не акцентируем внимание, да, написание такое же. Читаем примеры. Хай, хиль, хаджи, хасан, хасаб, хасад, мухсин, махшар. Минхар, махфал, ахсан, имтахана, ямтахину, ихтамала, яхтамилу, истахсана, ястахсину, ихранджама, яхранджиму. Итак, это была буква Ха. Не забываем, да, что она у нас мягкая. Ну, иногда ее сравнивают с буквой ха, как в английском, да, там hello, вот такого плана. Если это вам поможет, можете для начала как бы чуть-чуть ориентироваться, да, то есть это не как русский, мы, например, говорим ха, ха, у нас такой больше, это не как ха и не как ха, средний такой вариант. Здесь же мягче. Да, поэтому не путайте, это не как русское ха. Ну, ха. На этом закончим сегодняшний наш урок. Поддержите лайками. Если урок вам понравился, если есть вопросы, задавайте здесь или в Телеграме, или в Инстаграме. Иншаллах, постараюсь на них ответить. Субханака Аллахумма ва бихамдика, ашхаду ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.